Так, проморгались. Идем. Так. Давай этого сносим. Мелкого. Так, сюда надо смерть. Да ядрит твою, а. Встань ты, блин, соберись. Так, давай, 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 давай. Вот так вот. Отлично. Добиваем. Дышим. Беда, как я уделал того парня. Так, идем далее. Так, соберись. Бегун. Бегун у нас три как бритва. Лучше прихлопнуть их, пока недалеко. Понятное дело, мне надо этого всех прихлопнуть. Так, давай, давай, давай. Так, сбили. На ответочку. Понравилось? Сбили. Нет, не сбили. Так, смертушка, молодец. Давай там химич. Давай, давай! Даю, даю! Эть! А я в щите. А я в щите. Блин, еще один дом уничтожили. Куда я пульнул? Так, в щите. Блин. На! А ты, зараза, сбил мою ракету! На тебе с пулемета. Так, 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 ага, сбили. Опа-на! Как сосунка разделали. Так, мелкий. На тебя мы направим смерть. Может просто шагнуть? Нет, смерть. Надо делать свою работу. Да видел, видел. Так, идем. Так, а тут что, опять роботы эти? Так. Хотел сбить, не... Не то, не то сделал. Вот сейчас зашибись. Сбили. На, ракеточкой. О, вот это хорошо. Это кто, бегун? Блин, проблема сама себя не решает. Да понятное дело, блин, что не решит. Йоу, походу я все починил, Сэмми. Это хорошо, что ты починил, потому что мы идем далее. Так, что тут у нас? В итоге сиротский приют остался на месте. Никакой уж, не такой уж и плохой день сегодня. Все дети целы, повезло нам. Это хорошо. Но тут подул другой ветер. Остался еще один робот, рабогорничная. Ёб твою мать. О, черт, чувак. Вся надежда на игровой автомат. Так, вся надежда на меня, блин. Берегись этих... Как их, ракет. Бомба тикает, Сэм нужно срочно пораскинуть мозгами. Блин, да мне бы собраться для начала. Еб твою медь. Я запутался. Так, на-ка... Выкуси ракету. Бам, вот о чем я говорил. На тебе, роботех сраный. Да. На еще ракету. Робогорничный взлетает и начинает бросать подарочки. Охренеть подарочки, блин. Ну ёб твою мать, ну давай ты отбегай. Да. Он идет спиной вперед. Тактическое отступление. Да соберись ты, гад! Снаряды летят! Все, понятно. Ё-моё, и она восстанавливает себе жизнь. Вот это да, придется попотеть. Вот такого я не ожидал. Опять подарочки летят. Ать, не отойти было. Так, ладно. Где ты там? Прикрываемся. Ну, прикрываемся, говорю! Твою мать. Сэм копил силы, и его противник тоже. Так, опять подарочки летят, блин. Так,
отходим, отходим. Все равно задело, блин. Черт, чувак, соберись. Да, блин, я собрался бы с радостью. Но... Опять ракеты, ё-моё. Еще и пульнул не туда. Сдохни, мразь. Вот, ты ее сделал, чувак. Конечно, сделал, блин. Блин. На, тебе еще надо кусочку. Так, щит. Так, опять подарочки пошла сбрасывать. Да встань ты, ёб твой меч, уже заколебал, блядь. Размазня, блин. Так, ага, вот она. Опять ракеты. Понятно. Так, она восстановила себе, но не полностью. Так, опять она по мне лупит. Опять подарочки. Да ядрить твою на корень. Я так буду ее сейчас вечность бомбить, блин. Блять, не успел. Еще развалился, блин. Так, скотина, иди сюда, блин. Так, ракета, 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 ракета. Отлично, сбил одну. Еще одну сбил. Эй, мимо. На. Ну-ка, ракеточка, на. Выпуси, блин, ну что так долго ракета копится? Ну-ка, еще разок. О, замечательно. Блин. Встань, встань, встань. Да встань ты, еб твою медь, чмошник. Блядь, опять эти мины. Блин, от них не уйти. По-моему, сейчас сдохну. Куда ты? Да еб твою медь, опять ракета. Так, все, я сдох. Костюм Сэм отключился, повнимательней. Рабогорничная опять начинает выигрывать. Да, но уже поменьше она установила жизнь. Ну встань ты, ебдрить твою на корень. Ну что ты там развалился? Пять мины. Да, ребята, если бы знали, как это вот тяжело и то, и все, и пятое, десятое, и приключиться, и идти, и встать, и нацелиться. Ну, понятно, давай. Ага, эту, мимо, блин. Так, ракету. Давай. Отлично. Давай еще одну, еще одну, еще одну ракету. Ну что так долго? Ну. Есть. Так, добиваем с пулемета. Отлично. Так, что, опять подарочки? Ага. Так, стоим, ждем, стоим, ждем. Так, тут, блядь, развалился, хотел про... Да еб твою мать, ну что ты... Вот урода, а, вот урода кусок, блин. Опять подарки. Ну тварина, а. Давай отойдем. Да отойдем, говорю. Опа, отлично. Так, задний ход. Так, щит. Ой, надо сбивать. Блин, бил. Мимо. Да ты заколебала со своими жуками сраными тут уже, блин. Давай снимай свой щит, буду тебя лупить. Косорылый Сэм, а. Так, отлично, одна прошла. Да если бы я ее сделал... А, отлично, вторая пошла. Ну, есть! Есть, ребята! Это что такое там у нас? Автомат прилетел? На тебе, блин. Прикончи ее, чувак, давай! На, на! На, мразота! Че, не нравится? Так, что она там делает? Оп! Голова полетела. Куда-то полетела голова у нее. Опс. На дом приюток. Сиротский приют. Фак, ну давайте на перехват и прихват. Смотрите, какие милые, милые детишки там. Упс. Опс. What the fuck? Какого херуса? Ребята.
О, черт. Не то слово, чё... Так и должно было быть? 300 сирот попали в рай, а это прекрасное место, между прочим. Но смерть теперь должен сатане минимум 300 крупиц жизни. Он этому не обрадуется. А Сэм, ну чего, только не происходит у него сейчас в голове. Блюет Сэм. Ох, не знаю, что на меня нашло. Ладно, давайте продолжим историю. Ах, черт, мне надо исчезнуть, пока он меня не нашел. Только закончи одно дельце. Смерть рискует встретиться с тем, с кем ни за что бы не хотел бы. Ради одной вещи. Скейтмен 3000. Идеальный скейт для кикфлипов. Ой, я так близко. Я уже предвкушаю кикфлипы. Но тут появился он. Падший ангел. Дух зла. Мефистофель, Люцифер. Владыка ада, Вельзевул. Сатана. Козел. Ой, Сатана. Приветик, я не... Чё делал, братан? О, знаешь. Сатанинские дела. Тружусь. Busy. Как пчелка. Like a fly. Это ж типа хорошо. Я слышал, ты убил 300 лысых обезьян. Ну как убил? Я мимо проходил, когда это случилось, но... Давай, оправдывайся. И они были слишком юны для грехов, так что... Они даже не попали в ад. Я тебе заплачу. Смотри, у меня есть 300 крупиц. Откуда же ты взял эти 300 крупиц? Уж не у меня ли украл? Подрабатывал по выходным. Ты теперь в полном дерьме. Тем временем Сэм пытается вытащить себя из кучи дерьма. До исполнения проклятия несколько часов. Так, идем домой. Так, бордельник тут у нас, конечно. Так, подождите-ка. Это у нас что такое? Газ? Упс. Давай нафиг, падай, наклоняйся там, карачки. Ползи, блин. Давай, ползем. Дышим. Ага, хорошо. Да подождите, встанем мы сейчас. Так, поползли яйца чесать. Угу. Так. Еще идет газ. А не, все нормально, тут уже нету. Так, отлично. Что мы тут идем делать? Телевизор не работает. Он нам и не нужен. А главное дышать и не ломаться. Так. Тихонько. Сейчас не время это делать. Блять, бедные твои яйца, Сэм. Ты, наверное, уже там давно яичницу сделал. Тихо! Пугало, блин. Так, лестница. Встаем. И идем. Главное не запнуться. Не запнуться. Так, отлично. Ага. Так. Подышали. Встаем, идем. Да мы идем-то, блин. Так. Что-то быстро синеем как-то. Так, открываем.
Хорош там дудеть, свистунок. Так. Сэм уже собирался ложиться, как появилась она. Война. Ты представь, какой идиот дал себя посадить в адскую тюрьму. Так что я теперь и за себя, и за него. Двойные смены и никакой прибавки. Ладно, тут сказано, что должен был умереть почти 24 часа назад. Сэм пробовал было вставить что-то в духе. Нет, нет, прошу, не надо, это не смешно, не смешно. Но из-за недостатка навыка ручного управления устной речью получилось только это. Какого хера? Какого хера? Вы чё? Я даже не успел ничего объяснить. Так, Сэм снова оказался в аду. Давай, мне нужно отставить тебя к вратам. Блин, с дыркой в животе теперь иду, блин. Да, не отвяжутся от меня, по ходу дела, они. Так. Куда мы там идем-то? В тюрьму? Или куда? Ага. Приветствую, уважаемый. Поспорим, найдется ли для вас работа. Вы будете, о, сыном директора крупной компании. Будете сидеть в своем кабинете и целыми днями играть в автоматы. На это уйдет все ваши крупицы, уважаемый. Сэм вспомнил, что у него кончились крупицы. О, нет крупиц жизни? Что ж, мне жаль, сэр, но это значит, что вас посадят в адскую тюрьму. Стража, хорошего вам дня. Что, нет крупиц? Ну, такое, скажем, может случиться, приятель. Пойдем-ка мы с тобой в тюрьму, а? Там весело. Все спорные вопросы к высшему руководству. Какой у тебя любимый фильм, друг? Мой? Жизнь прекрасна. Вот и все, дружок. Надеюсь, тебе тут понравится. Надо принести ему поесть. Все спорные вопросы к высшему руководству. Так, отлично. Теперь я в тюрьме. Так, что тут? О, смерть. А вот и он, смерть. Йо-йо-йо, Сэм! О, ты пришел спасти меня? Ты настоящий друг, братан. Ну, какой план? О, чувак! Будет жестко, но, кажись, это единственный способ. Класс! Когда охранник вернется, я его пополам разорву и всуну тебя внутрь. Ты сможешь управлять им собственными руками. Ага, понятно. А вот и он. Эй, друг, какие кексы хочешь, клубничные или шоколадные? Я и те, принес. Черт подери, сработало, брат. Ладно, сломай эти прутья. А потом вытащи свой зад к месту нашей первой встречи. Мы выберемся отсюда, йоу. Зажатый между еще теплыми внутренностями охранника, Сэм думал о том, как хорошо быть богатым. Ведь после такого ему понадобится курс психотерапии. Ну что, давай. О. Так, идем. Идем далее. Еще одна дверь. Сносим ее к ебеням. Хорошо. О, дружище. Опс. Зажми ЛБ, чтобы поставить блок. Парируй, Сэм, это несложно. Попробуем. Блин. Жаль, сэр, но ты должен вернуться в тюрьму. Почему мы не можем остаться друзьями? Да потому что ты пошел в жопу. На, с друзьями. Это было не очень вежливо, уважаемый. Да пошел ты в сральник. Да что такое-то, а? Упс. Так, ну-ка иди сюда, салага, бля. Ой, ёпты, оба. А, чмошник. Так, иди сюда, на. Да что такое-то, а? Что они там пьют, бля? На, бля, еще разочек. О, хорошо пошло дело. Так, иди сюда. Иди сюда, блин, никуда я не пойду. Никакие фильмы смотрел. Естественно, безжалостно я его убью. Ведь он все равно возродится, потому что он демон. Вот только Сэм об этом не знает. Сэм копил силы. И его противник тоже. Да что ж такое-то? Так, давай. Иди сюда. Блин.
Иди сюда. Я в блоке. На, подходи. Блок. Вот так вот. Сэм сразил еще одного охранника. Отчаянный безумец. Да пошел ты, никуда я не пойду, ни в какую тюрьму. Ну так вот. Пошинкую на винегрет. А вот еще один. Да, неаккуратно. Опс. Нокаутировал гаденыш. Да сколько же вас тут, а? Да хрен тебе, блин. Сэм, нужно парировать удары, чтобы победить врага. Да я и так парирую, блин, вот. И он тоже в блок стоит. Чмо, блин. Ну-ка, давай еще. Еще. Отлично. Это надолго. Посмотрим, чем все закончится. Моей победы, чем это все закончится. Так, идем. Сколько же у вас тут, а? Ну иди сюда, блин, иди сюда, я сказал. На. Так, парируем. Почему? Блин, он... От блока не помогает, блин, а? Ну-ка, иди сюда. Иди. Опс. Да плевать, ничего ты там болтаешь. Е-мое, в него время, Сэм, шпагаты. Давай, еще удар. Еще удар. Да что ж такое-то, а? Гнида. Он меня застал уже, бля. Так, давай, еще удар. И еще удар. Что-то не помогает блок. Куда пошел? Иди сюда, блин, я только размялся. На, блин. На. На, собака, блин. О, что, закончили, что ли? О, смерть. Ты сделал это, класс. Дай мне открыть портал. Вот, блин. Глупая лысая обезьянка. Я тебе обеспечу невообразимые муки. Самое время для спорных вопросов, Сэм. Понеслась. Так. Оп, мимо. Блин, схлопотал по морде. Мечом. Да вставай ты, ёб твою мать, лежишь там, блин. Ага, сдул нас. Башмакаем с вами. Опа, мимо. Оп-оп, мимо. Мимо, братан, мимо. Блин, как вот атаковать. Так, чё тут у вас? I go home. Убирайся домой. Так. Блин, мимо. Ты не можешь просто прыгать иззада в ад, обезьяна. На, блин. Собака. Сэм, вставай, давай. Чё там развалился, гнида? Давай опять не отступать, не сдаваться. Я почешем яйца в доспех. На, блин, мимо. Опа, мимо. Собака. Вставай, давай, нехер валяться. Да все понятно, все понятно. Давай. Опа, блок. На, блин, чё ты не диск? Блин. Так, опять сейчас сдует нас. Так, оп, блок. Сели. Встали. Блок. Да, блин, да что ты будешь делать, на? Встаем опять, блин. И снова в бой, как в первый раз. Это нас уже не берет. Блин. Ничего, ничего, вообще не успел ничего сделать. На карачках, блядь, перед ним. Бежим. Мимо. Хрен тебе. Блок. Так, давай. Да что ж такое, как от этого-то удара, блин. Избавиться, а. Так, идем, блок. Блин, да что ты будешь делать, а? Ну ё-моё, ну. Ты уже достал на самом деле. Так, блок. Присели. Встали, блок. Так. Ну не урод ли, а? Сэм, и ты урод тоже, блин.
Ни хера не слушай. Лок. Так. Он просто надо мной издевается, а? Заткнись ты, а. Ай, блин, а, ну посмотри. Так. Что ты стал свои яйца чесать об эти камни, блин? Вместо блока. Да рано, еб, пометил-то. Ой, блин, так, да что ж ты делаешь, ну ё-моё, ну вот, ну, ну чё за идиот, блин, а? Сэм, хорош! Придурковатый малый. Твою дивизию, а, ну... Ну давай ты, блин, хоть удар-то нанеси этому слизняку, блин, крылатому. Так, мимо. Блок. Твою мать, да что блок-то не ставишь, блин? Блять, у меня реально уже, ребят, наплёк, блин. Так. Ага. Мимо, блин. Да что ты будешь делать, блин? Так. Угу. Рассекает нас. Блин, что-то тут надо делать. Может, надо встать и в блок встать? Да встань ты, еб твою мать! Чё ты ползёшь, как рахит? Ой, какой раз у меня уже оттолкнули, да? Так, мимо. Сели. Блок. Встаём. Блять, вместо того, чтобы встать, он в блок встаёт, блин. Кстати, блок он пробивает, между прочим. Так, повторим. Повторили. Как ты меня напрягаешь, а? Блок. Все по старой схеме. Да чё ты хрен вонючий, блин? Чмошник, а? Ну чмошник. Да. Все. Вообще уже ничего, ни блок не ставит, ничего. Да в курсе я, что надо на шпагат садиться. Он не садится, когда мне это надо, блин. Так. Ага. Блин, да против этого удара не помогает блок. Значит, надо действительно, по-моему, вставать. Успевать бы это все делать. Да что ты не присел-то, ебаный? Банан, блин, слов других нет, но у меня на него просто. Да куда ж ты встал-то? Блять, то садится, когда не надо, то встает, когда не надо, а? Ну урод! Ну... О! Я был все-таки прав. Надо стоя. Стоя вставать и отбивать удар. Ну-ка попробуем. Так. Сложились. Встали, 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 встали. Он играет уже на моих нервах. Блок. Сели. Блок. Встали, встали. Блок! Что-то, блин, там надо было на Ю нажимать. Ладно, повторим. Повторим. Да сядь ты! Блин, ты еще первый раз от меня уже дубасит, а? Да что ты делаешь-то, а? Урод, блин. Фразочка мне это уже твоя достала, блин. Твою мать,
just a stroll. Я у меня уже терпения хватает. As you please, Aiden. Ага, встаем. Да черт тебя подери, гнида ты вонючая, блядь. Чмошник, блядь, самый натуральный, просто чмошник. Встаем, блядь. О! I am Scar. Так, что-то нам это ничего не дало. Ладно. О, что-то он там напрёгся. Блин. Ладно. Повторение мать ученика, как говорится. Что ты там напрягаешься? Да куда ты? Блин, он уже огнем пляет. Так, ладно. Надо его ударить, пока он там не накопил свой этот. Такими темпами далеко я уйду. Быстрее нафиг. На. Так, быстрее. Оп. Какого херуса-то? Должен был, блин, отбиться от мой блок, блин. Все, бля, просто нет слов у меня, а? Этого урода. И на одного, и на второго, бля. А. Так. Ага, отлично. Да, бля, твою мать. Ты, сука, ты. Натуральная, бля. Так, есть. На. Сели. Стали. Стой смирно, черт тебя подери, а хрен тебе буду я мир смирно стоять. Держи, держи вор. Какого хера? Так, у него каждый раз все новые и новые комбинации, а? Ублюдок, блин. На. Мимо, блин. Хрен тебе. Бля, надо было присесть. Мимо. Блок. Да чтоб тебя, а? Да гнида ты, а не Сэм, блин. Просто ты гнида, чмо ты вонючая, блин. Блохастая ты кошка, блин. На, блин. Хер тебе. И? Дальше. Блин. Зажмите Б, чтобы подуть на меч штаны. Ладно, ребята. Без слов. Another, cause I think I need a little more. People always tell me, what you drinking? All that makeup.
I mean it in a good way, girl. Just harass me and every couple drink, try to keep on looking better. She says she's ready to go, so I'm like, whatever. And I'm feeling better and fresher than the rest of you. Even on my worst day, dog, I will get the best of you. I ain't playing games, man, when I'm drinking liquor. The room is spinning, man, I think I'm feeling sicker. My words are slurring, vision blurring, man, this room just keep on turning. And I'm high as shit from the pit that just keep on burning. And if you like me, weed is the essence. Dog, I'm so gone that you need to leave a message. Cloud House and Joey Drugs to show me where the drugs at. I'ma buy a pound and won't even sell a drug set. Cause everything is better, yet I feel I'm getting sicker though. Everything is moving and soon I'll be getting with this though. Warm me up another cause I think I need a little more. People always tellin', what you drinking all that liquor for? Cause everything is better, yet I feel I'm getting sicker though. Everything is moving and soon I'll be getting with this though. Warm me up another cause I think I need a little more. People always tellin', what you drinking all that liquor for? I'm chucked so drunk that a crutch couldn't hold me up. I'm like, not enough shots at the bar. The bouncer got hard and your girl got loose with a D-cup. More proof to the room spin. I'm consuming liquor up. Got a new fit and won't quit. I'ma limit hit thicker. The last round got me under the wrister. Tonight, bartender got paid and robbed. Young face, Mozilla got a way. We out to the next one. At the next club, man, your drug. There's never enough shot in the handle. Gone all beer pong till my arm fall off. Set bottles till I get the boss bar off. It's cloud house for the raw. No chaser. Go hard in the world, got soft. Get your cups up. Give me that Captain Juice of Patron, man. I don't really give a fuck. Whatever's in your bottle, homie, go ahead and pour that. Так, ну что, встаем. Давай, блин. Хватаемся. Так, и потащили этого козла. Пропасть, куда там его, блин. Говноеда этого, блин, чёрного. Достал он меня уже в корень просто. Ну, да что ж такое-то, а? Умри, то есть еще раз умри. Собака. Люси, я дома. Смерть летит. Ох ты, он сделал кикфлип. Ты посмотри. Малорик. Малорик, братан. Наконец-то. Вау, вы это видели? Черт подери, смерть только что сделал кикфлип. Пока сатана отвлекался, Сэм воспользовался шансом и схватил его меч. Вставай, Сэм, вставай. Как он это сделал? Я столько тренируюсь, а до сих пор не научился. Давай. Он что, колени сильнее сгибает? Или... Получилось. Блестяще. Ай, что за дела, чувак? Ой, прости, чувак. Без обид, но ты был еще тем придурком. Мне нужно в чертову адскую больницу. Ладно, чувак. И... Ой, спасибо тебе за все, Сэмми. Конечно, ты будешь жить. Я даже дам тебе последнее желание. Сэм посмотрел на небо и загадал, чтобы 300 сирот вернулись на землю. Целые и невредимые. Не то, чтобы им в раю было плохо. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. 300 сирот и 300 крупиц, которые я копил целую вечность. Ну ладно. And so Sam и вот Сэм воскрес в последний раз. Наша история закончилась в середине прошлой среды, когда подающий надежду юноша по имени Сэм собирался извиниться перед своей девушкой. Вау. Ух ты, в каком-то веке ты вовремя. Ну неужели? Сэм помирился со своей девушкой, починил машину и подарил ей 3 подарка на день рождения. Он и правда изменился. Смерть наконец-то сделал кикфлип и пригласил войну на свидание. Смерть впечатлил сатану. Тот повысил смерти и войне зарплату на крышесносные 55%. 4 всадника апокалипсиса наконец-то получили 2 недели оплачиваемого отпуска. Их заменят налоги, вторники, реалити-шоу и плохие фанфики. Самуэль Старший получил общественную премию за спасение 300 сирот у порога своей компании. Надеюсь, он грамотно ей распорядится.
демоны, которые зарубил Сэм в полном порядке. Они даже не злятся. Ну, а с вами был Рэй. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, ребят. 57. Oh, man! I made it! I made it! Dude, I was just kidding. The end. Thank God! Are you kidding me? If you had any idea how long this process took, you're sitting there just playing the game whenever you damn well feel like it. Speedrunner, my ass! You couldn't speedrun a... I don't even know what I'd use as a simile for that. Because it's stupid! Speedrunning, I don't even know what that is! That even... This isn't even my normal speaking voice! I'm an American and I'm doing a British accent in this recording studio! I don't want to do it anymore! I've had it! I don't want to talk like this! Do you know how difficult that is? I'm going home! Jory, I'm out of here! Goodbye!